Ребята, всем огромный привет. Это канал АСМР Первый, и я его ведущий Виктор. Для тех, кто впервые на моем канале, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий и нажмите в колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик и быть в курсе свежачка. Вот, а сегодня я, как и обещал, буду читать ваши комментарии. Вот, а не переключайтесь, оставайтесь со мной. Сегодня будет очень насыщенный и интересный видеоролик. Сначала у нас сегодня, я прочитаю, у нас появился спонсор и автор данного видеовыпуска, который поддержал канал за ролик АСМР «Три совета и разводы людей на деньги». Далее. Второй пункт. Я прочитаю ваши комментарии, как и обещал, которые вы написали под роликом АСМР, читаю ваши истории. Ну и третий пункт. У нас будет такой мини-квест. Я прочитаю три ваши истории, проговорив 1, 2 и 3. Это будет означать первая история, вторая история, третья история. А вы в комментариях проголосуете, поставив цифру 1. Или 2, или 3. Проверим активность. Вы готовы? Тогда мы начинаем. Поехали. Итак, первый пункт. Как я и говорил, у нас появился спонсор данного видеовыпуска. Вот, он же является и автором данного ролика. Рустам Зарипов. Рустам Зарипов, спасибо тебе огромное за поддержку канала, за то, что ты, скажем так, пожертвовал, задонатил. Вот, и это Сигна. Это Сигна сейчас, которая на экране. Она твоя. Вот она. Забирай. Ну, теперь мы можем смело начинать. Итак, спонсором сегодняшнего видеовыпуска и автором является Рустам Зарипов, как я и говорил. Он написал комментарий под видео, которое у нас называлось «АСМР. Три совета и разводы людей на деньги». Он написал: «Спасибо большое, это бесценный опыт. Уже много лет сижу на Ютубе, но вы первый, кому действительно захотелось задонатить успехов. Спасибо тебе огромное, Рустам Зарипов». Вот, и огромный привет от меня. Ну а теперь, как и обещал, второй пункт. Читаю ваши комментарии. Первый комментарий пишет пользователь Аска Ютуб. Давай типа квест. Люди пишут истории, и ты говоришь, какая история понравилась, а мы напишем 1, 2 и 3. Мы так и сделаем сегодня. Я уже об этом говорил. Спасибо тебе огромное за комментарий, Аска Ютуб. И огромный привет от меня. Пользователь Бренди. Так что там с тем, что я прислал работу ВКонтакте? Я писал и той девушке, которую вы просили, но ответа не было. Я решил написать вам. Бренди, я тебе написал, что в одном из следующих выпусков ваши работы, а именно фотографии, можно будет посмотреть во вкладке «Сообщество», которые сделаны, но посвящены тематике моего канала, скажем так, видео, которые будут в начале ролика, я просил, ну, заставочку сделать. Если будете присылать такие работы, я покажу в самом видео, но в любом следующем, скажем так, пускай тоже будет как мини-квест. Спасибо тебе, Бренди, огромное за комментарий. Удачи и огромный привет от меня. Безумный приют пишет привет и смайлики шлет. Привет тебе огромный, безумный приют. И спасибо за то, что проявил активность. Фондерил Чек пишет: здравствуйте, как вы начали карьеру АСМРтиста? Отвечаю на этот вопрос. Карьеры у меня пока нету. Я просто занимаюсь любимым делом. Вот, познакомился случайно. Мне подсказала одна девушка. Вот, я
сначала просто начал снимать, а вслух ролики мне писали, что это не АСМР и так далее. Потом я, значит, более детально изучил все это. И уже вот то, что вы видите, уже можно сказать, в принципе, полноценный АСМР. Спасибо, Вондерил Чек, за комментарий и от меня лично привет. Пользователь Oral-B, на самом деле ты очень харизматичный, но тебе стоит улучшить свет, качество видео, звучание. Ничего, но бывает и получше. Мое мнение, что у тебя все впереди. Так, ребята, а теперь у меня к вам лично вопрос. А что со светом-то не так? Или что у меня с самим звуком, с видео, что не так? Напишите в комментарии, мне очень интересно. Спасибо тебе за комментарий, Oral-B. И от меня лично привет. Так, а следующий у нас пользователь регулярный. Сизовка ПС пишет. У тебя очень хорошо получается АСМР. Продолжай в том же духе. Удачи. Спасибо тебе огромное за комментарий, за совет. И от меня лично привет. И, конечно же, я буду продолжать, потому что мне нравится то, чем я занимаюсь. Это мое хобби. Так, а значит, Gent2.0 пользователь пишет. Лол, у меня тоже в верхнем углу круглая точка какая-то. Спасите. Это, ну, в одном из роликов я читал историю. Gent2.0, привет тебе огромное от меня и спасибо за комментарий. Пользователь Арстан Балмака Бетов. Четко, очень круто. Спасибо, Арстан. И от меня тебе огромный привет. Снова пользователь Бренди. Крутое видео. Как всегда, извиняюсь за то, что не написал историю. Ничего, Бренди, все в порядке, все хорошо, бывает. От меня лично тебе огромный привет и спасибо за комментарий. Пользователь Акел. Молодец, удачи. Спасибо тебе за комментарий, Акел. От меня лично привет. Так, а Кост нет. Пишет, привет, мысли вслух. Были, были. Кост нет, спасибо тебе огромное за комментарий и от меня лично привет. Аниме. Аниме ПЦЕ. Пишет, топ. Спасибо огромное, пользователь Аниме ПЦЕ. И от меня лично привет. Пользователь веселый крендель пишет. Витя, так держать, ты молодец. Успехов в продвижении. Ролики не только расслабляют, но и заинтересовывают. Спасибо тебе огромное, пользователь веселый крендель. И от меня лично тебе огромный привет. Так, а снова безумный приют. Еще чуть-чуть и 3000 подписчиков. Да-да-да, ребята, еще чуть-чуть и 3000 подписчиков. Спасибо тебе огромное, безумный приют, за комментарий и от меня лично. Огромный привет. Чикабаб Про. Как всегда, удивляешь, продолжай в том же духе, Виктор. Чикабаб Про, спасибо тебе огромное за комментарий и от меня лично привет. Снова Аска Ютуб. Хотите прикол? Докторы настоящие гадальщики. Потому что они могут предсказать точную смерть. Но здесь я не соглашусь. Доктора часто ошибаются. Спасибо тебе огромное за комментарий, пользователь Аска Ютуб. И от меня лично огромный привет. Так, снова Сизовка БС. Огонь. Спасибо огромное тебе, пользователь Сизовка БС. И от меня лично огромный привет. Пользователь Суперпро, привет, у тебя очень расслабляющий и качественный АСМР. Спасибо тебе огромное, пользователь Суперпро. И от меня лично огромный привет. Так, ну и вот виновник торжества, Рустам Зарипов. Ваши каждодневные ролики постоянно мотивируют сделать свои задачи, плюс очень расслабляют и вас интересно слушать. Спасибо. Рустам Зарипов, спасибо тебе.
привет от меня лично огромный. И снова у нас пользователь Бренди. Мне понравилось, что вы делаете выводы после прочтения историй. Спасибо огромное, пользователь Бренди, еще раз. И от меня еще раз тебе огромный привет. Держи пятюню. Так, Red Sails, Vime World Player. Спасибо за СМР, Виктор. Сердечко. А ведь совсем скоро на канале наберется 3000 любителей АСМР. А ведь недавно было и меньше 1000. Спасибо тебе огромное, пользователь Red Sails, Vime World Player. И огромный привет от меня. Так, ну и еще один комментарий от Red Sails, Vime World Player. Итак, первый раз в жизни делаю тайм-коды. Если кто-то нашел ошибку, напишите снизу, исправим тайм-коды. Поехали. А значит, 0:00 до 22 секунды. Приветствие. С 22 секунды по минуту 8 секунд немного информации. А с минуты 8 секунд до 3 минут 33 секунд первая история от Виктора, то есть от меня. Вторая история от подписчика с 3 минут 33 секунд до 5 минут 15 секунд. Так, дальше с 5 минут 15 секунд до 6 минут 5 секунд. Вторая история от подписчика с 6 минут 5 секунд до 6 минут 40 секунд. Итоги двух историй от подписчиков. С 6 минуты 41 секунды по 7 минуту 33 секунду. Третья история от подписчика. А с 7 минуты 33 секунды по 8 минуту 20 секунду. Четвертая история от подписчика. С 8 минуты 20 секунды по 8 минуту 38 секунду. Итог четвертой истории. С 8 минуты 38 секунды по 9 минуту 21 секунду. Благодарность от Виктора. С 9 минуты 21 секунды по 9 минуту 51 секунду еще немного информации. С 9 минуты 51 секунды по 10 минуту 28 секунду конец видео. Ну а от себя я пожелаю сладких снов и наслаждений от данного ASMR видео. Спасибо тебе еще раз огромное, Red Sails, Vime World Player, и от меня огромный привет. Ты проявил хорошую активность. Плюс 100 к карме. Так, ребята, теперь, как я и обещал, у нас мини-квест. Я сейчас вам зачитываю 3 истории. А вы внизу под этим комментарием ставите циферки 1, 2 и 3. То есть, скажем так, внегласно голосуете, какая история лучше. Готовы? Тогда мы начинаем. Поехали. Так, сейчас ищем первую историю. Значит, ищем первую историю. Пользователь зачем сюда посмотрел? История. Я проснулся утром, вспомнив, что друг уехал на речку, и у меня было плохое предчувствие. Не ошибся, друг умер. Это у нас история под номером 1. Если вам понравилась эта история, то под этим видеороликом ставите цифру 1. Так, а теперь у нас, значит, пользователь Чикапап Про пишет историю. Моя история. Это история под номером 2. Если вам понравилась эта история, ставите цифру 2 под этим видео. Я учился в 6 классе. Учился очень плохо. И как-то раз мы с папой поругались за плохие оценки. И папа говорит, если бы не законы, что он бы задушил меня. Вот такая история, уже не общаюсь с папой. Ну, как бы в порыве гнева взрослый человек может сказать что угодно. Точно так же, как и ребенок может сказать на родителей, я тебя ненавижу, там, я бы тебя убил, удавил, удушил, там, ты много чего может быть. Но это просто порыв гнева, скажем так. Поэтому на это особо внимание не стоит тратить свою жизнь. На какие-то ссоры, обиды. Обязательно помиритесь с отцом. Он у вас один. Так что спасибо за историю Чикапап Про.
понравилась эта история, ставьте цифру 2. Так, а последняя история, значит, замыкающая, третья. Пользователь Light пишет: история. Летом мы гуляли с друзьями и решили пойти на речку. Началась гроза, а за ней град с дождем. Град был очень сильный, ветер дул сильно, но дома были далеко, деваться было некуда, и мы бежали. На меня упало маленькое дерево. Промокли мы знатно. Так, значит, это была третья история от пользователя Light. Если вам понравилась именно эта история, под этим видеороликом ставите цифру 3. Так вы поддерживаете пользователя Light. Ну что, пользователь Light, спасибо огромное за историю. И привет огромный от меня. Ребята, спасибо огромное за актив, который вы проявили. Вы у меня огромные молодцы. Спасибо за то, что на канале уже вот-вот назревают 3000 подписчиков. Вы у меня самые лучшие. Я вас всех люблю, ребята. Ну вот и подходит к своему логическому завершению наш видеоролик. С вами был канал АСМР Первый. И я его ведущий Виктор. Для тех, кто был впервые на моем канале, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий и нажмите в колокольчик, чтобы не пропустить ни одного свежего видеовыпуска. Вот, ну и как появилось уже, я с вами не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч. Увидимся на канале АСМР Первый. Всех люблю, всех целую.